Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. На этом видео я покажу, как запускаю печь. Вот она совершенно холодная, вот только пришел. Емкость сделана из канистры, вороночка для того, чтобы было удобно заливать. Канистра имеет преимущество, у нее видно уровень масла. Вот эта полоска, по ней можно ориентироваться. Вставлен сосок от автомобильного диска. Сделан шланчик. Кран. Кран стоит 110 рублей, шланчик за 50 рублей, полметра. Идет медная трубка, отверстие в баллоне в газовом, в нашей печке. Вот. Изнутри это выглядит вот так. Просто торчит трубка вовнутрь, масло стекает прямо вниз. Для запуска нам необходимо налить масло и открыть кран. Через трубку мы можем видеть, как масло начнет течь. Так. Вот, видим, пошло. Подождем, когда оно начнет вытекать в печь. Вот мы видим, масло потекло. Текет сразу на дно. Сейчас немного натекет, и мы его подождем. Для того, чтобы разжечь масло, нам нужен white spirit или любой растворитель. Подойдет керосин. Бензин мне рекомендуется, так как он легко воспламенимый. Немного капаем растворителя. Спички. Бояться не нужно. Хлопков, взрывов, ничего такого не будет. Так, много масла не надо. Спички отсырели. Так как наши спички отсырели, поджигаем спички зажигалкой. Так. Все происходит очень легко и непринужденно. Буквально вот, можно сказать, печь растоплена. Закрываем все двери, немного оставляем под дуалом, настраиваем подачу масла, струйку небольшую делаем. Струйку можно сделать совсем незначительную. О, как здесь, отлично, даже можно поменьше, чуть меньше. Для поддержания можно вообще настроить, чтобы просто капало. Не текло, а капало, как вот сейчас капает, кап. Все, закрываем поддувало, начинаем заниматься своими делами. Печь сама собой разожжется. Можно за нее больше не волноваться. Отслеживать уровень масла и количество подачи. Все, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, как делаете вы. Если видео наберет 500 лайков, сниму продолжение. Всем спасибо за внимание. Всем пока.